Здесь работы 68 год. Тогда закончил училище художественное. Специально по керамику. Вот. Есть дипломные работы вот эти, для пива, кружки, для напитков. Это как царица Тамара я назвал. Там лицо. Это самые первые работы мастера. Мечта детства стать художником-керамистом сбылась. Почерк грузина ощутим в каждом из изделий. Цехи художественной керамики на Салаватском заводе технического стекла, а после на Балаклавском заводе стройматериалов Мурат Сихарулидзе не просто работал, а творил. Оригинальные, не похожие друг на друга образцы декоративных блюд, ваз, наборов для компота и крепких напитков, чайных и кофейных сервизов из белой или балаклавской глины мастер делал как для производства, так и для выставок. Каждое произведение искусства изначально рисовалось на бумаге, а после эскиз обретал новый облик. Вот есть здесь образец, который побывал на выставке, национальная выставка Украины, 77 год, в Лос-Анджелесе была. Вот эти вот, это для компота, 6 там пиалы и еще ваза с ним. Ну, конечно, это трудоемкий очень, почему и на производство я не мог его пустить, потому что очень трудоемкое время. Ну, чтобы такой набор делать, ну, если начать и до конца, где-то надо, ну, месяц это точно. Надо форму делать, там, отливать, высушить один обжиг, второй обжиг, третий обжиг. Причем температура там 1100 градусов. Вот. Ну, процесс очень длительный. Пока Мурат Семенович жил и работал в Севастополе, часто бывал в Херсонесе, и находки древнего города художника очень вдохновляли. Глиняные расписные, большие и маленькие амфоры также представлены на витрине. А вот к качественной копии профессионала музея относят сосуды, покрытые черным лаком. Ликив, кратер, килик. Мурат был, наверное, первый, кто воспроизвел вот эти сосуды, покрытые черным лаком. То, как это сделал Мурат, это было действительно удивительно, потому что это все было живое. Наверное, на самом деле ему открылся секрет, ему боги олимпийские открыли секрет черного лака, потому что это была роспись. Это живое всегда. Именно поэтому не случайно выставка проходит в Херсонесе и приурочена к 130-летию музея. В последний раз работы Сихарулидзе здесь посетители видели в 1990 году. Сейчас его произведения можно встретить по всему миру. Художник по-прежнему творит, но не так часто. Признается, годы берут свое. Увидеть лучшие его работы у севастопольцев будет возможность до 3 апреля. Эльвина Зарипова, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.